Железный человек. 55-летний силач из Лысьвы готовится обновить свой собственный рекорд. Роман Осипян собирается отбуксировать 5 автомобилей на тросах с прикрепленными к его телу крючьями. Елена Яговцева побывала на одной из показательных тренировок экстремала и пришла к выводу, что людям слабонервным наблюдать за этим процессом не стоит. Смертельный трюк. И в данном случае это не расхожий штамп. Роман Осипян действительно подвергает свою жизнь серьезной опасности. Ставит себе на горло штыковую лопату острым краем вниз. На черенок взбирается девушка весом 60 килограммов. Мужчина держит этот груз около 30 секунд. И ничего, голова на месте. И на шее даже никаких следов. Плохо, что на тренировках мне не разрешают делать... Даже просто тренироваться. Потому что боятся это показывать, смотреть на это. В первую очередь, страховка для директора, как говорится, зала. Просто такому еще не готовы люди у себя в зале это видеть. И глаза закрывают, слабонервные. Роман Осипян по профессии слесарь. Ему 55 лет. Богатырскую силу мужчина почувствовал в себе в 7 классе, когда без труда намотал на свой палец железный гвоздь. Трюки с втыканием заостренных шампуров в тело и лом, обвитый вокруг торса, стали не более чем разминкой. В книгу рекордов Гиннесса Роман попал, когда протащил 3 автомобиля на крючках, зацепленных за мышцы. Ну, для меня самое интересное – это как бы не силовые номера, а экстремальные. Это машины. Машины и подъем мотоцикла на крючках. 6 крючками в мышцы я 3 машины тяну, 3 автомобиля подряд. Но планирую 5. Для меня 3 этого уже мало. Но каждый где-то по тонну 300-400 вес. Роман утверждает, его возраст никак не сказывается на экстремальных способностях. Более того, чем старше мужчина становится, тем большую чувствует в себе мощь. Что это? Задаются вопросами окружающие. Результаты многолетних упорных тренировок, воля к победе, необычный природный дар или все вместе? Простому человеку такое не сделать. Вот, допустим, мне гвоздь не загнуть так, это настолько готовится. Или природные данные иметь такие. Дальше лопата, встает девушка на лопату, получается на шейный позвонок там сверху. То же самое, у меня голова бы отвалилась. Роман претендует на то, чтобы обновить мировой рекорд. В ближайшее время он готовится протащить 5 сцепленных между собой автомобилей. Шоу планируется этой весной. Кстати, богатырскую силу унаследовал и сын Романа, 17-летний Александр Осипян. Елена Яговцева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.